Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO TuGap. TuGap в данный момент находится в самом начале своего пути на этапе сбора средств. И как вы понимаете, сейчас это самое лучшее время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование TuGap с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. На главной странице мы можем видеть основные разделы сайта. Также вашему вниманию предоставляется ознакомительный видеоролик. TuGap – это платформа криптовалюты следующего поколения. TuGap фокусируется особенно на рынке криптобонд, где его размеры рынка сейчас превышают 100 триллионов долларов. В ближайшем будущем CryptoBonds станет крупнейшим по цене стоп-лосс продуктом для инвесторов крипто. Платформа TuGap Crypto была создана, чтобы предоставить криптоинвесторам возможность приобрести мощные и крупнейшие продукты стоп-лосса. Он называется платформой CryptoBond TuGap, которая поможет эмитенту шифровать традиционные облигации в CryptoBonds, которые распространяются в криптомаркете. Кроме того, платформа TuGap также защищает инвесторов, повышает рынок, расширяет масштаб и становится основой устойчивого роста Global Crypto Market. Чуть ниже нам предоставлен раздел Roadmap. Хотелось бы обратить внимание, что график достаточно четко распланирован. Развитие проекта идет за планом, и команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Ниже мы можем видеть раздел «Команда». Этот раздел заслуживает особого внимания, поскольку от профессионализма команды зависит и перспективность развития. Подчеркну, что у проекта достаточно сильные сотрудники, которые имеют большой опыт работы в ICO. Кроме того, команда пользуется услугами более квалифицированных советников. Такое положение вещей дает нам уверенность удачного развития данного проекта. Мы также можем видеть партнеров и спонсоров данного проекта. Команда состоит из ведущих отраслевых экспертов и также советников. Ниже нам предоставлена возможность увидеть распределение токена. Хотелось бы отметить, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. На платформе TuGap также будут предоставлены TGT-токены для механизма стимулирования и его экономическом уровне. Это не маркеры безопасности, а токены-утилиты. Они используются для разработки всех функций и транзакций на платформе TuGap. В самом низу мы можем видеть ряд соцсетей, где предлагают нам стать подписчиками данного проекта и получать еще больше новой информации о нем. Если проанализировать все факты и информацию, которую мы получили, можно сказать, что у проекта имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему уже все большее число участников. Инвестировать ли в этот проект вам, решать только вам.
Ну, на этом обзор ICO to Gap закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!